Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Подписывайтесь непременно, оставайтесь на нашем чате на компании. Мы сегодня распаковываем очень интересную коробку Ipsy Icon Box. И составила нам ее никто другой, как Анастасия Батьковна Беверли-Хиллз. Итак, вот такая вот коробочка. Она довольно тяжела. Сейчас мы будем открывать, все проверять. Там много продуктов. Пишите мне срочно, подписаны ли вы на Ipsy и получаете ли вы в этом месяце эту коробку, потому что если нет, то вы многое пропускаете. Эта коробка просто восторг. Я всегда знаю, что мне теперь приходит Ipsy, поэтому сейчас мы будем надрезать скотч и проверять. Надеюсь, ничего не разбилось и надеюсь, ничего они не забыли положить. Ой, я вся в предвкушении. Итак, в эту коробку входит аж, сейчас скажу, 9 продуктов. И все они, насколько могу судить, просто потрясающие. Вот, итак, значит, открываю и проверяю. Так, бумажки. Я имела право выбрать в этой коробке 3 продукта из 9. 9 продуктов, я в шоке. Я вам буду говорить, какие я выбрала. Просто буду по порядку тянуть. Значит, первое, что я достаю от бренда Le Prunier. Не знаю, что это за бренд. Вот так вот это все дело выглядит. Я выбрала этот продукт. И это, к сожалению, здесь цены не написаны, конечно, никакого... А, подождите, здесь есть буклет. Так, сейчас, секундочку. Вот, значит, как выглядит Анастасия наша Беверли-Хиллз. Вот она. Может быть, здесь есть цены? Давайте быстренько глянем. Быстренько глянем. Ну да, здесь есть цены, но как бы не на все продукты. И, в принципе, как бы это долго искать, наверное, будет. И не на все получается. Да, и не на все. Так, ладно, чтобы не затягивать, я тогда не буду смотреть цены. В общем, Le Prunier. Что это за бренд, я не знаю, но это SPF. SPF очень важен, особенно летом, весной, осенью, да, чтобы защищать нас от вредного солнечного излучения. Здесь SPF 31, почему-то такая цифра 31. И, друзья, этот с цинком, да, этот с цинком, сколько здесь у нас, сделан он в Америке. И я так понимаю, что это какой-то натуральный с натуральными ингредиентами, до следующего года он годен. Глянем. О, такая упаковка, как вы знаете, раньше у нас в советское время были такие кремы-то, еще у Grown Alchemist тоже такая упаковка, которая такая металлическая, из чего она там сделала. В общем, такие упаковки на самом деле есть плюсы и минусы. Минус в том, что она может немножечко начать, как бы... Дырки в нем могут начать образовываться, понимаете, в местах изломов. Поэтому это надо, конечно, иметь в виду. В общем, не знаю, что это за продукт. Я надеюсь, что он запечатан. Нет, он не запечатан. Это плохо, потому что если продукт не запечатан, значит что? Значит, что срок годности у него уменьшается. Тем не менее, будем пробовать и делать выводы уже после. Раз. Дальше. Каждая коробка содержит теперь... Это как коробка люкс, которая раньше у Boxy Charm была, да? То есть они ее просто делают в коллаборации сейчас с кем-нибудь. И каждая коробка содержит, что называется, beauty boost. То есть вы немножечко добавляете... Они с вас берут немножечко больше денежек, но они добавляют продукт, который очень-очень крутой. Например, вот этот вот стоит 51 американский доллар от Ole Henriksen. Это очень хороший крем для лица, я просто уверена в этом. Я уже от многих людей слышала, что он им очень-очень нравится. Здесь 50 мл, он с пептидами, и он увлажняющий. Вот, на самом деле я просто в диком восторге получить этот продукт, потому что людям, которым я доверяю, они от него в восторге, и поэтому я думаю, что мне понравится точно так же. И плюс мне вообще нравится Ole Henriksen, у него или у нее хорошие
очень, как правило, продукты. Итак, это продукт номер два. Крем для лица. Дальше. Дальше. Продукт номер три. Итак, та-да-да-да-да, это опять от J.Lo Beauty. В прошлой коробке у нас был, я выбирала крем для глаз, а это крем для лица. Мне кажется, такая упаковка странная, если честно. Блокбастер называется. Здесь 50 мл. Смотрите, друзья. Вот, видите, J.Lo Beauty написано. Здесь прям буквально зеркало. Если честно, упаковка как-то как будто, знаете, немножечко дешевато выглядит. И на ощупь выглядит она дешевато. Но, наверное, у Дженнифер Лопес нет вкуса. Я так понимаю. У нее, наверное, только вкус... В чем хороший? Даже не знаю. Но точно не в упаковке. Потому что это, конечно, дикий кич. Ну ладно. Главное, чтобы продукт был хороший. Они просто большие деньги за эти продукты просят. Поэтому упаковка оставляет желать лучшего, конечно. Так, ладно. Дальше. Дальше. Что для меня непосредственно... Это я тоже как бы сама выбирала, да? Что для меня выбрала Анастасия? Анастасия для меня выбрала кремовый бронзер. Вот такой вот в цвете. Amber, то есть амбра. Интересно, он будет рыжить или нет? Пишите мне, пробовали ли вы. Ой, все запечатано здесь, с этой стороны. Посмотрим. Потому что у меня такая хорошая упаковка прорезиненная. Ну-ка, глянем. Ну, вообще, он не выглядит рыжим, если честно. Но это надо, конечно, пробовать. Видите, он такой как бы темненький, да? Но, по-моему, это самый светлый из оттенков. Поэтому, естественно, мне был предложен именно он, да? Не темнее. А рыжат ли они или нет, это надо уже, опять же, смотреть. Но, тем не менее, вот такой вот кремовый бронзер я не пробовала от нее. Поэтому это классно. Упаковка прикольная такая, прорезиненькая. Так, дальше. Что еще мне выбрала Анастасия Beverly Hills? Она выбрала мне вот такую вот тушь от бренда MAC. Называется она Magic Extension. А, это фибровая маскара. Ой, маскара, говорит, тушь. Прикольно. Прикольно. Маковские туши. Что-то я даже не знаю, что я о них думаю. Я, мне кажется, много не пробовала от MAC. Вот, именно туши. Вот такая вот интересная упаковка, кричащая. Я не буду ее сейчас открывать. Я, знаете что, я вам все вот открываю эти туши, показываю, щеточки и так далее. А потом они у меня все засохли, поэтому я не буду больше туши открывать, потому что это просто перевод продукта получается. Но пробовать однозначно надо. Что еще для меня Анастасия выбрала? Анастасия выбрала от бренда Too Faced Killer Liner. То есть это подводка для глаз. Так... В цвете черным, естественно, потому что цвет черный, это цвет универсальный. Так, хотим посмотреть, как она выглядит. Вот, симпатичная упаковка, розовенькая такая. И это как бы крем, не крем, а этот карандаш, который, судя по всему, надо точить. Да, его надо точить, но ничего страшного. Я, конечно, предпочитаю те, которые не надо точить, но если он классно работает, то мы ему это простим. Безусловно. Итак, это подводочный карандаш от бренда Too Faced. Вот. Что еще у меня Анастасия Beverly Hills выбрала? Выбрала она для меня вот такой вот от Skin Ink Supplement Bar. Сыворотку для тела, которая помогает скульптурирование. Это, конечно, я в эту чушь не верю. Сделано это, но с этим брендом я знакома. Он корейский. А это уже, как вы знаете, мне больше ничего не надо говорить. Корейский я обожаю. Вот, с кофеином, короче. Они все утверждают, что кофеин от целлюлита избавляет. Ну-ну. Так. С ниацинамидом и так далее. В общем, посмотрим, запечатано или нет. Да, этот, слава богу, полностью запечатан. В общем, его как в качестве лосьон для тела буду использовать. Супер. Так. Ну, хотя это сыворотка, поэтому после сыворотки это надо еще как бы еще лосьон для тела сверху наносить, так же, как с лицом. Также Анастасия Beverly Hills настолько была щедра, что подарила мне палетку вот такую вот. Называется она Primrose. Давайте глянем и убедимся, что ничего не разбилось, потому что коробку, возможно, роняли и так далее, да? Палетка. О, симпатичная упаковка. Я очень люблю тени от Анастасии. Очень хорошая формула у нее всегда, поэтому... Ой, момент истины.
Разбилась палетка. Разбилась, да. Ой-ой-ой-ой. Так. Но, значит, разбились только шиммерные цвета. Два. Не все. Как бы мне вам показать? В общем, вот видите, разбился вот этот цвет и вот этот цвет. Поэтому я попробую их прибякнуть. Я думаю, у меня все получится. Вообще палетка сама по себе, конечно, очень красивая. Здесь еще есть бронзер и румяна. Вот, видите, в больших упаковочках таких. Так, давайте, мне не терпится. Я просто сейчас сама вот так вот их прибякну. Сейчас прям, чтобы они дальше не ломались. Слава богу, это не матовые оттенки разбились, а шиммерные. Поэтому это как бы полбеды, как говорится. Я все равно шиммерные оттенки всегда на палец набираю, поэтому пофиг вообще. Пофиг. Так. И вот этот. А вообще мне нравится цветовая история. Обязательно буду пользоваться. И я знаю, что эти палетки пользуются успехом. У них очень хороший рейтинг. Поэтому посему я довольна. Так. Все, теперь можно с спокойной душой дунуть на палетку. Вот, я их прибила. И они, следовательно, уже как новенькие практически. Так. Можно сразу, кстати, вау, обалдеть. Посмотрите, какие сводчи сразу, да, тут же вот этих цветов, которые разбились. Потрясающе, просто потрясающе. Да, ну, качество, сами видите, на высоте. Так, дальше. Мы уже, на самом деле, почти все с вами посмотрели. Остался один продукт. Я его специально откладывала на самый последний момент. Я его выбрала сама. Сейчас я вам его покажу непосредственно, чтобы вы заухали-заахали. Так. Последний продукт. Я была в шоке, когда увидела этот выбор. Это парфюм, друзья. Парфюм. И не просто парфюм, а от моих любимых Commodity. И это парфюм под названием Milk. Если вы смотрели мои пустые баночки, вы могли видеть, у меня там был пробник как раз вот в этой версии Milk Expressive. Это на самом деле 30 мл. И я вам тогда сказала, что я не уверена, нужен ли он мне в большом варианте. Он классный, он очень качественный, он очень интересный, он комплементарный. Но он меня как бы временами, типа, он мне очень нравится, а временами он меня немного начинает раздражать. Поэтому я еще не решила, буду ли я его как бы для себя его оставлю, либо вообще его кому-нибудь подарю, тому же оператору, например, да, либо я его, например, могу продать вообще. Он сделан в Америке, и 30 мл они не выпускают, поэтому это эксклюзивный размерчик, вот. И в принципе, я подумаю, у меня есть еще пробнички. Один, мне кажется, пробничек, еще один есть, вот этого Milk. Я его еще раз попробую поносить, и уже тогда сделаю окончательный бесповоротный вывод. Но вообще, я просто в восторге от того, что они парфюм предлагают и высылают его безо всяких проблем. Я не могу дождаться, чтобы у них побольше был выбор, да, то есть это редко случается, но вообще они первый раз в Канаду вообще парфюм отправили, поэтому... не первый раз, получается, в Boxy Charm у нас от Bailey Sarian был тоже парфюм. Поэтому они могут это делать, следовательно, я бы хотела побольше таких вот вариантиков, вот. Так что это от бренда Commodity, это ниша Milk, очень-очень качественная ниша. Так, это была Icon Box, это, значит, типа люксовая коробка, которая была раньше в Boxy Charm, только теперь это все Ipsy. Я такой хорошей коробки... Ну, я вообще уже не припомню. Это просто великолепнейшая коробка. Я не знаю, к чему здесь придраться. Единственное, что вот я этот бренд не знаю и как бы никогда не пробовала ничего от них. Но, опять же, это классно, что что-то новое тоже попробовать. Остальные продукты, ну, это не то, что 5 из 5, это 5,5 из 5, 5 с плюсом. Вот, поэтому это, конечно, восхитительно. Это своих денег абсолютно точно стоит, поэтому... Друзья, если у вас есть возможность, на Ipsy обязательно подписывайтесь. У них вот эти последнее время коробки, выбор, возможность докупать какие-то продукты полноразмерные и не очень. Я просто нарадоваться не могу, поэтому они прям все лучше и лучше становятся, тьфу-тьфу-тьфу, да. Вот. Так что это мое такое честное мнение, а вы пишите мне свое. Вот.
Подписывайтесь, я Ипси получаю по 2 раза в месяц, да? Поэтому оставайтесь в нашей замечательной компании, а мы пока будем прощаться. У меня уже подготовлено парфюмерное видео по отдельному разбору отдельного бренда, поэтому если вас такая тема интересует, тоже оставайтесь. Вот. А пока всего хорошего. Чао.